По всей России отмечают День неизвестного солдата. В Твери почтили память погибших и пропавших без вести советских солдат во время Великой Отечественной войны. Участники прошли шествием с фотографиями тех, кто не вернулся, и возложили цветы к обелиску Победы. Их проводили на фронт, но так и не дождались. У обелиска Победы почтить память погибших и пропавших без вести собрались горожане, представители общественных организаций, воспитанники Тверского Суворовского военного училища. Они живы в памяти людской, которая бережно хранится и передается от поколения к поколению. Каждый пятый солдат, погибший во время Великой Отечественной войны, до сих пор числится пропавшим в бою. Эти бойцы и командиры Красной Армии так и остались лежать там, где их настигла смерть. День неизвестного солдата учредили в 2014 году. Дату приурочили к событиям 3 декабря 1966 года. Тогда прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы к стенам Московского Кремля. Как отметили выступавшие, этот день – возможность еще раз отдать дань памяти тем, кто погиб на фронтах, защищая Отечество. И сегодня уже с 21 века, глядя в бег фронта, мы должны не забывать о подвиге, а даже не только молиться за них, помнить их имена. Отец Инны Васильевны – один из тех, кто ушел на фронт, но так и не вернулся. Он погиб, когда Инна была совсем маленькой. Мой папа погиб в 43-м году. Я ездила к нему на братскую могилу в Ростовскую область. Я очень, знаете, когда подросла, я очень ждала. Думала, вот придет. Другие-то папы приходили же с фронта, но вот так и не дождалась. Представляла себе встречу, как я его обниму. Очень хотелось. Напомним, что в первые месяцы 1941 года на войну ушло более 225 тысяч жителей Тверской области. Всего в годы Великой Отечественной войны свыше 600 тысяч человек. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 278 тысяч жителей Калининской области.